был слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. И ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. Скажем, ты спасешься, и что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Без Илая выживальщики никто. Без Илая ты никто. Ты сильнее, чем я думал. Но убив меня, ты не изменишь ничего. Думаешь, я не хочу умирать? Это мое призвание. Я отдам жизнь за Иосифа. И сделаю это с радостью. Я понимаю свою боль. Я его жертвоприношение. Все очень просто. Тебе не кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже? Илай, брат. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты правда хочешь спасти этих людей, не стать героем, просто уйди. Так всем будет лучше. Не сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Продолжай охоту. А ты стараешься.